Индекс доллара США вырос более чем на 1% после того, как Федеральная резервная система дала ястребиный сигнал по процентным ставкам, а Европейский центральный банк анонсировал сворачивание программы количественного смягчения с сентября по декабрь, но при этом сообщил, что ставки останутся на текущих уровнях как минимум до лета 2019 года. Также на прошлой неделе валютные рынки столкнулись с саммитом США и Северной Кореи и возобновлением торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. Доларul american a crescut brusc în urma publicării unui șir de știri pozitive, ajungând la nivelul maxim din ultimele 7 luni. Actual urmărim o tendință ascendentă și la fel începutul corecției. Pentru ziua de astăzi, toți traderii și investitorii sunt sfătuiți să deschidă tranzacții de cumpărare odată cu finisarea corecției.